Тени хмурые все сбегут, когда выйдет гулять луна. Сны, пожалуй, пускай подождут, ночь не так уж и холодна. Это одно из стихотворений Ульяны Миславской собственного сочинения. Она постоянный читатель в третьей библиотеке и сегодня пришла поздравить сотрудников с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек. В свой день хранители книг принимают любимых посетителей. Приглашаются гости, и хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что уже конец мая, многие уже, кто на даче, школьники тоже уже закончили практически учебный год, но, несмотря на это, многие в этот день приходят на мероприятие и поздравляют. Вот мы сейчас видели, даже стихи посвящают библиотекарям. Поздравить с праздником пришли и почетные гости, члены партии «Единая Россия». А что значит много читаешь? Что много читаешь? Ну сколько книг ты в год прочитываешь? Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков посоветовал ребятам читать не менее 50 книг в год. Тогда кругозор, эрудиция и знания будут на высоте, а сотрудники библиотек всегда помогут и направят. Профессия библиотекаря, она очень сложная, несмотря на то, что многим кажется, что быть библиотекарем очень просто. Потому что библиотекарь должен быть многогранен. Он не только должен разбираться в литературе, разбираться в книгах, которые стоят на полке. А наши библиотекари читают лекции, наши библиотекари проводят мастер-классы, квизы, квесты. То есть мы соответствуем современному миру. Библиотеки округа работают наравне с культурно-досуговыми центрами. Здесь ребята не только знакомятся с литературой, но и посещают кружки на любой вкус. А больше всего радуются всевозможным праздникам, которые проходят в этих учреждениях культуры регулярно. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».